сейчас мы рассмотрим перемещение по задней линии. Как правильно двигаться по площадке, нам объяснит председатель Совета Национальной Федерации Бадминтона России, многократный чемпион СССР и России Андрей Антропов. Спасибо, Даш. Перемещение по площадке – один из важнейших элементов, который позволяет спортсмену сэкономить силы, увеличить скорость и тем самым как можно быстрее подойти к валану. Этот элемент нам покажет член сборной команды России Татьяна Бибик. И мы видим, как Таня показывает передвижение в правый угол так называемым китайским прыжком. Такой прыжок помогает нам перехватить быстрый удар на заднюю линию, но требует от нас хорошей физической подготовки. Когда противник сыграет нам высокодалекий удар на заднюю линию, и у нас есть время подойти под валан, мы используем